Да, макулатуру «Спаси лес». Под таким названием в Актобе проходит экологическая акция. Основная задача мероприятия, участниками которого стали учебные заведения, привлечь внимание людей к ресурсосбережению, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов. В рамках акции учащиеся 63-й школы собрали 600 килограмм макулатуры. К слову, самый большой объем был собран в 60-й школе – 4 тонны 300 килограмм. Все участники получили подарки за активное участие. Очень важно доносить экологическое образование до подрастающего поколения, о том, каким образом мы, просто собирая за собой те отходы, которые в ежедневной рутине собираются у нас, мы можем экономить энергоресурсы Земли, как мы можем и заботиться об экологии и давать таким образом вторую жизнь тем вещам, которые нам уже не перестали быть нужны.